Одесский цирк охвачен огнем. Пожару присвоена повышенная категория сложности. Такая легенда учения у государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Цирк был выбран не случайно, ведь здание старое, деревянное перекрытие, да еще и большое скопление народу. Есть еще одна особенность – дикие звери, эвакуация которых проходит по специальному плану. Также сложность тушение пожара заключается на данном объекте в том, что зданию более 120 лет и основные строительные конструкции выполнены из деревянных и горючих материалов. В учении было задействовано 15 единиц техники и около 80 человек личного состава. Работники цирка признаются, учения очень важны, ведь в случае пожара справиться с животными в одиночку не смогут. Для нас, как для дрессировщиков, это вот, да, вот самое страшное, что может произойти, это вот пожар в цирке. Потому что у нас хищники, мы не можем их выпустить, дабы избежать, да, травм людей, прежде всего техника безопасности людей, которые находятся в цирке. Несмотря на отсутствие самого огня, практически учения можно назвать успешными. Каждый из участников получил новые знания или закрепил старые. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою.